Здравствуйте! В эфире новости с ЭКГУ. Вначале коротко о главном. 11 ноября танцевальный ансамбль «Завтрак Совстанского государственного университета имени Махамбета Тимисова» «Кожевек» занял почетное третье место на международном 16-м фестивале творческой молодежи «Шабат». 12 ноября в музее Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Тимисова была проведена встреча с выпускником университета, доктором педагогических наук, профессором, обладателем двукратной номинации «Лучший преподаватель года», с директором Международного научно-исследовательского центра Кадыршаевым Абатом Сатыбаевичем под названием «Устаз Агалом Тулга», посвященной 50-летию преподавателя. 16 ноября в университете прошел концерт, посвященный Международному дню студентов. 18 ноября в Астане был проведен конкурс «Жулс Дега», организатором которого был Альянс студентов Республики Казахстан. Номинацию «Уздык спортше» получил студент первого курса специальности физической культуры и спорт Кульбай Тимурлан. 20 ноября в городе Тараз при поддержке Жамбульского областного филиала партии «Нур Отан» состоялся первый республиканский вокальный ретро-фестиваль «Жамбул Жастар Жахрада». По итогам конкурса гран-при завоевали Каусар Треуса, а третье место занял Гураш Фадлет. А теперь подробнее о новостях. Танцевальный ансамбль университета «Кожевек» заняли почетное третье место на 16-м международном фестивале молодежи «Шабат». 11 ноября в университете состоялось торжественное чествование участников танцевального коллектива «Кожевек», руководителем которого является кандидат искусствоведения, доцент Карлагаш Айткалиева. В фестивале приняли участие 15 танцевальных коллективов. Мы подготовили два танца. Раньше в коллективе были только девушки. Теперь есть и 6 юношей, которые внесли свежую струю. Рассказывает руководитель ансамбля, кандидат искусствоведения, доцент кафедры Карлагаш Айткалиева. Стать лауреатами фестиваля столь высокого международного уровня для нас большая награда. Фестиваль «Шабат» явился настоящим вдохновением для нашего коллектива. Ректор Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Тимисова Асхат Имангалиев поздравил студентов с победой и пожелал новых творческих успехов, заверив, что руководство университета всегда поддержит любые начинания студентов. 12 ноября в музее Западно-Казахстанского государственного университета прошла встреча с директором Международного научно-исследовательского центра Кадыршаевым Абатом Сатыбаевичем. Есть люди, которые посвящают всю свою жизнь поискам истины. Люди, посвятившие себя всецело студентам. Один из них – неповторимый учитель, любимый преподаватель студентов и в то же время уважаемый глава семьи Кадыршаев Абат Сатыбаевич. Поздравить с юбилеем на встречу пришли ветеран-педагог, математик Хусаинов, председатель Международного общественного объединения «Казах Телекогама», Западно-Казахстанского областного филиала Жексенгалиев, главный специалист Западно-Казахстанского управления образования Рахымжан, директор музея Западно-Казахстанского агротехнического университета имени Жангирхана Тулепов, профессор, доктор филологических наук, проректор Западно-Казахстанской гуманитарной академии по научным работам и международным связям САБР, заведующий кафедрой казахский и русский язык Западно-Казахстанского агротехнического университета имени Жангирхана, кандидат педагогических наук, старший преподаватель Мухаммед Калиев, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой казахской филологии Западно-Казахстанской гуманитарной академии, старший преподаватель Ашгалиев, заведующий кафедрой практический курс изучения языков Западно-Казахстанской гуманитарной академии, кандидат педагогических наук, доцент Кусаинова, кандидат филологических наук, доцент Романова. Во время встречи присутствующие говорили о жизни, о трудах юбиляра и поздравляли его. И мы поздравляем Абата Сатыбаевича с днем рождения, желаем счастливых и долгих лет жизни и, конечно же, благополучия и успеха во всем. Эй, Абат ағам, жігіттің қабыланы ұстаздардың ішіндегі танымалы. Ойына бойы сай дәуаға ғой. Күрескенде кімді де алдырады. Махамбетті кеңінен зерттеп жүрген. Еңбегіңіз ірілік боп танылады. Эй, Махамбетті зерттеп жүрген ағайыма жар болсын Махамбеттің аруағы. 16 ноября в университете прошел концерт, посвященный Международному дню студентов. Данное мероприятие прошло с целью поздравить всех студентов нашего университета с международным праздником. Праздничный вечер начался с награждения активных, а также одаренных студентов вуза. Студенты были награждены почетной грамотой ректора и благодарственным письмом от имени ректората.
также разными номинациями и подарками. Мероприятие продолжалось поздравительным концертом. Ноября в Астане был проведен конкурс «Жилось ДГ», организатором которого был Альянс студентов Республики Казахстан. Номинацию «СДГ Спортша» получил студент первого курса специальности физической культуры и спорт Кульбай Тимурлан. У Тимурлана очень много своих наград. В 2011 году он стал победителем чемпионата Республики Казахстан. В тот же году стал чемпионом турнира «Мастер Бремен» среди молодежи, который прошел в городе Берлин, Германия. В 2011 году стал обладателем серебряной медали Кубка Европы, город Теплица, Чехия. В 2011 году победитель чемпионата Азии среди молодежи. В 2012 году обладатель серебряной медали чемпионата Республики Казахстан среди молодежи. В 2013 году победитель турнира среди молодежи, который прошел в городе Тараз. Мы в дальнейшем желаем Тимурлану не останавливаться на достигнутом, а также больших побед. 20 ноября в городе Тараз при поддержке Жамбылского областного филиала партии «Нуротан» состоялся первый республиканский вокальный ретро-фестиваль «Жамбыл жастары Шахрада». Фестиваль «Жамбыл жастары Шахрада», собравший в Жамбылском гуманитарно-техническом университете множество одаренных молодых людей со всех уголков страны. В программе конкурса участвовали как сольные исполнители, так и дуэты, трио, ансамбли. Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова представляли Каусар Триуса и Урашев Адлет. По итогам непростого конкурса Каусар Триуса завоевали гран-при, а Урашев Адлет занял почетное третье место. Таковы итоговые новости недели. Спасибо за внимание. До свидания.